Местные жители маленькой деревни, расположенной неподалеку от столицы Малави, вновь рады встретиться с Мадонной. Певица из США снова здесь, на этот раз, чтобы торжественно положить начало строительству школы для девочек. Этот благотворительный проект обойдется ей в 15 миллионов долларов. Если строительство школы будет успешно, и если Бог того желает, она будет существовать. Самое важное, что мы люди, должны помогать другим живым существам, живут ли они с тобой на одной улице или на другой стороне планеты. 4 года назад Мадонна усыновила 13-месячного Дэвида Банду, который остался сиротой. В июне этого года она выиграла в суде законное право на усыновление 4-летней Мерси Джеймс. Разрушительное действие СПИДа оставило более миллиона детей Малави сиротами. Новая школа будет обучать 500 девочек из 28 южных африканских районов. Школа должна быть готова для новых учеников уже через 2 года.